В ходе 18-й сессии Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО совместная номинация Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран «Праздник сада» была включена в список нематериального культурного наследия человечества. Напомним, что 9 декабря в городе Касани, Республика Ботсвана, начала свою работу 18-я сессия Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО. В ней принимают участие представители стран-участников Конвенции об охране нематериального культурного наследия. В рамках этой сессии номинация Республики Таджикистан «Традиции ткачества Атласа и Адраса» и совместная номинация Республики Таджикистан, Исламской Республики Иран, Республики Азербайджан, Республики Узбекистан и Турецкой Республики Тасхиб «Художественное декорирование текста» были включены в список нематериального культурного наследия человечества. Включение данных объектов в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО является еще одним достижением, повышающим престиж и авторитет нашей страны. Заседание продолжится до 9 декабря 2023 года.